Всем доброго времени суток, с вами канал Art Mania, и сегодня у нас видеообзор на вот такой напиток Schweppes Bitter Lemon. 83 килокалория на 250 миллилитров. Здесь вот даже фонтанчик нарисован. Так, здесь у нас 1,5 литра Schweppes. Так, немножечко видно. Давайте я попробую вам, наверное, да, давайте я вам почитаю состав, потому что я сомневаюсь, что вы там что-то увидели. Так, состав: очищенная вода, сахар, лимонный сок 2%, всего 2, регулятор кислотности, лимонная кислота, цитрат натрия, натуральные ароматизаторы, стабилизаторы, эфир крахмала, господи, что это, и натриевной соли, чего-то там, так, эфиры глицина, а нет, глицерин это, по-моему, успокаивающее, насколько я помню, и смоляных кислот, да, подсластители, так, натрий, короче, тут, да, так, аскорбиновая кислота, хинин какой-то, краситель, каротины. Вот так. Короче, вот такой состав. Чего-то, куча всего, какой-то всяких непонятных слов. И давайте будем его пробовать. У меня вот такой стаканчик сегодня. Сейчас мы его с вами откроем. О! Да, сразу хочу сказать, стоил он 145 рублей без скидки. Тут пускай стоит. Такой он у нас желтенький. Не ярко-желтый. Пузырики там бегают. Знаете, наверное, вот Schweppes это самый-самый нормальный лимонад. Потому что, допустим, если кола, там кока-кола, там спрайт, да, они кажутся разбавленными. То есть у них прям чуточку вкуса. Не так, как было это раньше в детстве. Особенно кока-кола. То Schweppes, он прям реально такой вкус. Реальный вкус там лимона. По-моему, там еще лайм должен где-то содержаться. У него прям такой явный вкус, и он реально вкусный. Он действительно вкусный, то есть он стоит своей цены. Он вкусный, его хочется еще снова и снова и снова пить. Не то, что там другие лимонады, или еще там другие, там бывает тархун, например. Там вообще не чувствуется, один сахар чувствуется, и все. То есть здесь довольно вкусно, мне нравится. Но вот, единственное, да, он немножечко дороговатый. Такой, да, он сладкий, неприторный. Прям чувствуется лимон. Сильно газированный, то есть, наверное, надо, чтобы он немножечко постоял, не сразу его пить. Да, кстати, там написано безалкогольный напиток. Вот, вкусно, я рекомендую, обязательно попробуйте. Сейчас появляются еще какие-то другие вкусы, по-моему, лайм, это вот лимон, там лайм. Самый мой первый, по-моему, был вот этот напиток, я сейчас уже точно не помню. Я помню, как я пришла домой к сестре, у нее стоял Schweppes. Он говорит, вроде, хочешь Schweppes? Я говорю, что это? Мне вообще казалось, что это какое-то слово нереальное, что это вообще такое. Налила мне, дала, я попробовала. Я сначала подумала, что это алкогольный какой-то коктейль. Я спросила, тебе мама разрешает такое пить? Ну, она младше меня на 5 лет. Да, разрешает. Это лимонад. Я говорю, да ладно, лимонад, что ты меня обманываешь? Мне реально казалось по вкусу, что что-то такое. Мама тоже сначала не поняла. Вот. Это было мое первое знакомство с этим лимонадом, со Schweppes'ом. Вот, ну, не помню, может быть, у меня какой-то был другой.
Они, в принципе, похожи все. Но действительно вкусно. Это стоит того. Такой вкусный напиток. Рекомендую. Можно это купить, попробовать. Обязательно напишите мне в комментарии, пили ли вы когда-нибудь швепс. И с каким вкусом вам больше всего нравится. По-моему, там еще один, не знаю, один или два вкуса. Вот точно не помню. Обязательно напишите. Вот. Также, да, пишите мне комментарии. Смотрите мои ролики, влоги обязательно смотрите. Пишите комментарии там тоже. Я каждый ваш комментарий читаю. Вот. Также другие ролики смотрите, обзоры на технику, обзоры на продукты, продукты из фикс-прайса, обычные продукты. Их очень-очень-очень много. В конце этого года прям завалы большие у меня. Вот, не знаю, чем будем с вами заниматься в 2020 году. Может быть, мне придет в голову еще что-то более интересное. Но пока вот заканчиваем с вами этот год кучей обзоров. И с вами был канал Art Mania. Подписывайтесь, ставьте лайки и всем пока-пока!